Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный наваристый капустняк из квашеной капусты. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Бульон отправляем на плиту, пусть закипит. В это время нарезаем мелкими кубиками лук. А картошку режем крупными кубиками. Как только бульон закипит, закладываем в него картофель. Ждем, пока закипит, и добавляем в кастрюлю промытый рис. Варим до готовности картошки. Тем временем обжариваем лук в небольшом количестве подсолнечного масла до прозрачного состояния. Когда картофель станет мягким, добавляем в него лучок и квашеную капусту. Как квасить капусту, можно посмотреть, перейдя по ссылке в подсказке. Доводим до кипения. Солим. Перчим. Добавляем лимонной кислоты и томим это все на медленном огне еще минут 10-15. Вот и все. Вкуснейший капустняк из квашеной капусты готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.